Троевым шагом студенты несут венок и возлагают его у подножья памятника воину-освободителю. Ребята серьезные и сосредоточены, поскольку это мероприятие очень важно для них. С нынешнего года, 3 декабря, отмечается День неизвестного солдата. Эта дата учреждена в 2014 году по причине того, что поисковиками и археологами были найдены останки 14 тысяч неизвестных солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Мы считаем очень важным, особенно с точки зрения воспитания подрастающей молодежи, отмечать памятную дату для обеспечения преемственности военно-исторических и культурных традиций народов России и сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины. В течение всего дня в многопрофильном колледже проходили занятия на тему героизма. Проводились классные часы, где ребята рассказывали о сражениях, участниках войны и делились историями своих дедов и прадедов, которые встали на защиту Родины. Значительное мероприятие для нашего колледжа и не только. Для нас это почти честь неизвестных солдат, которые погибли на войнах не только на Великой Отечественной войне, а такие как Афганистан, в Чечне. Военно-патриотическое мероприятие еще раз напомнило молодежи, как важно ценить мир, спокойствие и окружающих людей. Но главное, никогда не забывать о том, кто за это сражался. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».